Не только от глины, а большей частью от бумаг, оберток и битого стекла очищали город уже жители областного центра. В эти выходные в Кирове прошли субботники. За преображением города наблюдала и наша съемочная группа. Таким оживленным в 9 утра Александровский сад бывает только по праздникам. В эту субботу здесь было торжество труда и чистоты. Вооружившись граблями и лопатами, около сотни человек раскидывали снег, убирали старую листву и ветки. На городские субботники Галина Сунцова приходит каждый год, вот уже больше 30 лет. Чистоту наводит не только в скверах и парках, но и в собственном дворе. Ну что делать-то? Коли у нас люди кто-то не понимают, что надо, нельзя выбрасывать. Но такой менталитет, видимо, уродно идут, бросают. Я сейчас тоже задаюсь вопросом, эти серебрушки как вот собирать? Ну, мусор после зимы – это нормальное явление. И то, что мы прибираем, это я считаю хорошо. За несколько часов работы Александровский сад преобразился. Активисты подмели асфальтовые дорожки, привели в порядок газоны. Мусор собрали в большие мешки, после чего его вывезли на специальный полигон. Сейчас мы исходим из возможности, то есть если газон еще сырой, то мы там на сегодняшний день не прибираем, потому что, ну, сами видите, в этом году погода нам немножко затянула все субботники, поэтому мы, так скажем, начало положено. Как заверили организаторы, субботники в городе будут продолжаться и дальше. Ближайший пройдет уже в следующие выходные. Екатерина Зубарева, Елизавета Халикова и Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.